Россия полностью стала страной среднего класса. К такому выводу пришли исследователи из Центра соцполитики и Академии народного хозяйства. За последние 11 лет реальные доходы населения, по данным социологов, выросли в 2,5 раза. По критериям Всемирного банка человек считается нищим, если живет меньше, чем на 2 доллара в день. Таких у нас не осталось, отчитались ученые. Но по американским стандартам все граждане, имеющие доход меньше 15 долларов в сутки, бедняки. Получается, что около трети россиян, используя заокеанскую методику, можно отнести к малоимущим. Однако по меркам развивающихся стран это настоящий средний класс. Впрочем, в отношении большей части населения разночтений нет. Даже по западным стандартам 60% опрошенных – это люди обеспеченные. В качестве доказательства исследователи указывают на высокий индекс кота. Он исчисляется по затратам на содержание домашних любимцев. В Петербурге, например, владельцы расходуют на своих кошек в среднем 48 рублей в день. Даже американцы тратят в 3 раза меньше.